у нас желтенькая такая. Ну и погнали! В принципе-то и все. Здесь мы немножко на капот попали, но капот будет полностью перемываться, сниматься с него слой краски. Что у нас здесь? Здесь тоже. В принципе, здесь мы загрунтовали как хотели. Здесь у нас все чистенько. Единственное, что здесь вот, но это тоже будет перемываться. Так что вот так вот быстренько заделали. Машинка у нас уже огонек. Ну и дядя Олежа пришла посылочка, такая радость дала, пришел от Гулевич Евгений Николаевич, город Кемерово. Посмотрим, что же там такое. Ой-ой-ой. И снова матрешка. Антидепрессанты какие? Знаете, почему антидепрессанты хлопать можно сидеть дома? Так. Ого, я понял, что это такое. Ребята, это две книжечки. Две книжечки и очень хорошие книжки. Вы меня просили, дядя Олежа, напиши книжку, как же начать свой бизнес. А эта книжечка как раз и есть, как построить свой автомобильный бизнес. Об этой книжечке я вам попозже расскажу. Подпись от автора. Об этой книжечке я вам чуть позже расскажу. А пока тут вместо предисловия, вместо введения, отзывы, предисловия. Так, ладно. С какими вопросами вы можете столкнуться, да, в бизнесе? Как все начиналось у нас? Как я вступила в ряды дилеров? В чьи... Так, поездка в незнакомый город. И еще несколько мнений. Сегодня выходной. Мечтайте, стремитесь. И технические достижения успехов этого автомобильного деле. С чего начать? Выбор услуги для обучения. Выбор и подготовка помещения. Обучение, выбор школы, подготовка и обучение персонала, внедрение услуг, название фирмы и создание сайта, поиск клиентов, как создать правильные первые впечатления для клиента, приемное помещение, оснащение рабочей зоны. Много вопросов,
много вопросов. Составы, расходники, инструменты, оборудование, чистота и порядок, системы учета, друзья и родные, распорядок дня, график, формирование цены, начисление зарплаты. Ну, эта книжка, все, что относится к даже с иллюстрациями, к нашей работе, да? Я посмотрю, что это за книжка, почитаю, постараюсь изучить ее. Одну книжку, как видите, экземпляра два. Одна книжка у нас идет Дереку. Дерек у нас кузовных дел мастер. Очень хороший, поучительный канал. Сейчас у него открылся еще контент «Туризм». Очень интересно снимает. Прошу подписаться на его канал. Ссылочка будет в описании видео. То есть одну книжку я ему. То есть автору я сказал, мы почитаем. И если эта книжка нам понравится, и мы не найдем в ней тупой рекламы, а мы найдем в ней конструктивную информацию, которая пригодится моим подписчикам. Да, я очень рад и сказал спасибо, вы меня разгрузили, потому что меня очень долго просят написать такую книгу. Если мне эта книга понравится, я ее прорекламирую и скажу, где ее можно купить. Так что, ну, это будет после того, как я прочитаю. А что я медленно? Дальше, если вы не делали этого ни разу, лучше обклеить и нормально задуть. Потому что можете засрать все. То есть мы знаем, куда, в какие пазухи может попасть. И после грунтования мы сразу смотрим эти места. То есть это проемы, это внутри дверей. Если у вас ручек нету, а стекла открыты, это может быть на стекла попасть. И все, в принципе, отмыли. Ягнёк. Завтра мы ее замоем 500-очкой, все, под машиночку. И будем красить. Такой вот экспресс-метод. Ну, а на сегодня, наверное, все. Хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого. Ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно. Ну, и немножко из истории кулинарии. Курица. Не только ценный мел. Ценный век. Здравствуйте. А кто тут скажет? Это чей гараж? Ну и приступаем к выравниванию